У 12-летнего Максима детский церебральный паралич. Каждая буква в школьной тетрадке дается ему с усилием. Но его мама Елена говорит, одно то, что он пишет, уже чудо. И это результат регулярных упражнений. Но есть то, что гимнастикой не исправить. Недавно стало известно, что бедренные кости мальчика так искривились, что скоро он может потерять возможность не то что ходить, сидеть нормально. Сложную операцию готовы сделать в Санкт-Петербурге. Она намечена на март. Максим уже предвкушает, как полетит в северную столицу на самолете. Ведь это будет его первый полет. Я увижу очень красивое небо. Как мы парим над облаками на самолете. Увижу очень красивые пейзажи. И надеюсь, долетим туда мы спокойно. Делать сложнейшую операцию питерские врачи будут бесплатно, по квоте. Остальные траты ложатся на саму Елену. А такую сумму ей найти практически не под силу. В самой больнице, получается, проживание и питание ребенку входит в квоту, а именно проживание мамы и питание мамы – это все платно за свои средства. В данный момент мы планируем улететь на самолете, вернуться, чтобы на самолете вроде как можно, но выкупив несколько мест для лежачего, потому что Максим после операции будет в лежачем положении. Всего нужно больше 100 тысяч. Елена мать-одиночка, такая сумма для нее неподъемная. Срок, за который нужно найти деньги, меньше месяца. Елена будет благодарна любой помощи. Средства можно перечислить на карту по реквизитам, указанным на экране, с пометкой «Для Максимки». Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.